Так, привет, ребята. Значит, вот тут дрон Mavic Mini. В свое время перед покупкой я насмотрелся на видос на YouTube, как туда ставят всякий дополнительный став, там типа камеры, GoPro, там все такого. Взгромоздил на него Samsung Gear 360, смотри, что получается. Он раскачивается уже при взлете, а наверху достаточно там небольшого порыва ветра, чтобы он потерял стабильность окончательно. Ну, надо еще сказать, что даже когда ты вешаешь защиту на него, ну, она весит 50-70 грамм, он уже летает отвратительно. Этот дрон, я не знаю, можно навесить на него максимум 5 грамм, да, намазать маслом, это все, что можно выжить с него в плане дополнительного оборудования. Так что я не советую это делать, смотрите, что происходит. Это вот он на газон шлепнулся, и слава богу, ничего не случилось. Вот так вот.